Хайо, братишки, с вами СтивПро, и сегодня я поиграю вместе с вами в хоррор-карту в Майнкрафте Pact Edition. Я думаю, что каждый из вас в душе любит хоррор, и может быть когда-нибудь выходил ночью в туалет и видели хоррор, да? Ладно, сегодня, друзья, я вам покажу необычную карту. По сюжету карты мы оказались в больнице, а именно в хоспитале. По какой причине это случилось, неизвестно. Но нам нужно найти сейчас то, что нам позволит выйти из этой больницы. Собственно, друзья, я уже пропустил одну детальку. Мы сразу появились здесь. Ну, я немножко облегчил нашу карту. Что ж, давайте мы заберем нашу камеру. И здесь у нас довольно много видеокамер. Ну, думаю, что... много нам не понадобится. Так. Вот, отлично. Я так и думал, что это так и работает. Ладно, друзья. Так, кстати, я прибавил звуки. Надеюсь, так будет получше. Так, здесь у нас даже есть кровь. Какой-то портрет. Лично мне данный персонаж напоминает... сначала напоминал мне кудаиста. Но сейчас понимаю, что это доктор, скорее всего. Но это, друзья, не точно. Так, мы находились в 15-й комнате. Это хорошо. Ну, здесь у нас очень много крови. Возможно, здесь что-то произошло. Ну, я просто, друзья, логика. Я просто логик. Так, это у нас СР. Ну, не знаю, не знаю. Так. Help. Help. Нет. Нет, точно не хелп. Так, друзья. И... а, нет, друзья, слава богу. Здесь просто окровавленная голова. Ничего необычного. Так, что это у нас такое? Это у нас лабораторный ключ. Отлично, возьмем его в руки. И давайте найдем лабораторию. Так, ой-ой, не надо так меня пугать. Так, это у нас... Тайрус, это точно не то, друзья. Так, это у нас... так, нет, это у нас просто продолжение. Это у нас Эмплос, это не то. А вот у нас лаборатория. Так, друзья. Так, ух, ё. Ну, вот, друзья, скримеры, о которых как раз нам сообщал разработчик. Ладно, ладно. Ой, ой, ой. А кто нам выключил? Ой, а что произошло? Ой. Что? Я не понимаю, что произошло. Кто нам выключил камеру и с какой стати? Что-то как-то необычно все произошло. Вот, друзья, я не успел даже испугаться. Хотя пугаться здесь иногда есть чему. Неожиданным скримером. Так, здесь у нас лежит... ничего не лежит. Так, я думаю, нам нужно все здесь осмотреть. Аптечка. Ну, ладно, давайте возьмем 3 штучки. Пока что нас еще никто не ударил. Я думаю, что они нам не понадобятся. Так как это хоррор-карта, хотя бывает, что на хоррор-картах... о, друзья, ключ, ключ! Бывает, что на хоррор-картах происходит какой-то замес, но это редко, редко. 14-я комната, я еще ее, по-моему, не видел. Ладно, вот сейчас тут появились лаги, возможно, появились какие-то мобы, но, друзья, нет. Так, а мы сюда можем зайти? Да, мы можем сюда зайти, спокойненько заходим, обыскиваем все сундучки, и что мы находим? Аптечки, правда, только аптечки. Нет, аптечки я брать не буду. Мне кажется, нам и 3 штучек хватит. Так. Подсолнух, кстати, очень прикольно. Так, 17-я комната. 16-я. Она, кстати, открыта? Да, друзья, у нас открыта комната. А, подождите, подождите, а это тоже открыто? Нет, это, к сожалению, комната у нас закрыта. И так, 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 так. Ой, ой, а что с кроватями? Что происходит с кроватями? Что с картой? Да, кстати, друзья, при первом заходе на карту я видел, что у меня пропадала сама... ну, ладно, ладно, надеюсь, мне показалось. Ну, друзья, надеюсь, показалось. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, фейерверк? Нет? Нет, показалось. Ну, ну ладно, ладно. О, опять ключ, ключ. Вот, друзья, уже одру... я знаю, да, что это за дверь. Я... сейчас мы с вами как раз видели эту дверь. Давайте туда отправимся. К сожалению, быстрее бежать не можем. Очень жаль. Очень жаль, кстати, мне что-то пришло. А вот что можно прийти, друзья? Вот что может прийти на телефон, на котором нет Wi-Fi и сим-карты? Так, да, я знаю, что нужен ключ. Я маленько забыл. Так, спуск вниз. Это уже интересненько. Давайте посмотрим, как у нас это все выглядит без камеры. Ну, довольно темновато. Ну, играть-то можно, но с камерой, конечно, лучше это все выглядит. Так, 5-я комната. Здесь, по-моему, ничего не было. Да, друзья, здесь ничего не было. Так, закрыто, закрыто, закрыто дело.
Так, 12-я комната тоже закрыта. А, 7-я закрыта. А где у нас что открыто? Так, я понимаю, там все комнаты закрыты почему-то. Так, вот у нас есть какой-то шкафчик. Шкафчик. Давайте посмотрим, что у нас... О, открывается, слава богу. Так, нет. Да, друзья. Так. Так, подождите, найдем эту комнату сейчас. Вот она у нас, комната наша. Так. Так. Ну, друзья, что произошло здесь, это... Можно только догадываться. Ох, ё. Ну... Конечно, страшно. Windows окно. Друзья, я не шарю в английском. Я... Ой. Скример маленько опоздал. Так. Шестая комната. Это у нас, по-моему... А, друзья, вот шестая комната. Так. Открываем. Так, опять мордашка. Это у нас точно, друзья, уже врач. А, ну, можно было бы сделать все пострашнее. Ну, ладно. Я не придираюсь. Карта очень прикольная. Мне уже она нравится. А, десятая комната. Так. А где у нас 10-я комната? Ну, сюжет, друзья, как бы присутствует. И он такой, как бы, ненавязчивый. Он как бы слегка присутствует. Но он зато присутствует. Так. Так. Ой-ой-ой-ой, куда закрутился. Ой-ой-ой-ой, друзья, извиняюсь. Было, наверное, уже такие случаи, когда у меня просто... Садился телефон, минуточку, продолжим с вами сейчас прям карту. Извиняюсь глубоко, но карту пройти хочется. Отлично, я уже с вами. Так, собственно, опять у нас здесь лежит ключ от 5-й комнаты. Я даже, друзья, не буду читать, я не буду показывать вам свой замечательный английский язык. Так. А какой у нас от 5-й комнаты? Где-то я видел уже. Нет, я, значит, не... А, да, друзья, мы ее видели. Она вот, наверное, в самом начале, я так предполагаю. Да, потому что здесь у нас все идет по возрастанию. 5-я комната. Открываем. Ох, ё. Ладно. Пропустим и идем дальше. Да, друзья, бывают моменты вот такие прям... Ух ты, а это телевизор. Прикольно. Так, опять ключ. Ну, я так... Понимаю, мы просто ходим из комнаты в комнату, мы просто смотрим с вами скример. Ой, от первой комнаты? Да это точно не здесь, вы что? Друзья, нам нужно спускаться вниз, я уверен, что это не... Даже здесь нету больше таких комнат. Так, оп. Так, кей-рум. Ой, не открывается, друзья. Так, а здесь у нас что? Ой, появилась музыка Майнкрафта, ладно. Нет, она нам не нужна. Так, давайте еще убавим, друзья. Так, что у нас хоть здесь? Аптечки? Нет, аптечки нам не нужны. Так, Blood Bank. Почему? Кровавый банк? Что? Ух ты, друзья. Так, ой, кровь, да? Да, кровь. Так, опять кровь. Так, я понимаю, это морозильная камера крови, что-то такое. Контроль рум закрыто. Так, 4-я комната опять закрыта. Что ж ты будешь делать? А, у нас от первой комнаты, да это точно не здесь, друзья. Что я сделаю? Да идти надо туда. Хотя, как я мог знать, друзья? Нет. Ладно. Так, это у нас... Я не хочу сюда заходить, конечно, но придется нам зайти и... Я ожидал, друзья. Так. Опять ключ. И от третьей комнаты здесь больше ничего. Есть, друзья, сундучок. И только не аптечки. О, слава богу, сюда я заглянул. Подождите, у меня... Ну ладно, у меня застакались ключи. Я не помню, от третьей комнаты еще от какой-то... Ой. Ладно, откроем несколько комнат. Так, давайте, наверное, откроем. У нас третья была, да? Давайте посмотрим, что у нас вообще находится в третьей комнате. И потом откроем какую-нибудь рандомную комнату. Ой, маленький появился скример. Ой, забавно, друзья. Забавненько уже. Даже не страшно нисколечки, просто забавно. Проходите эту карту. K-room... Ой. Что было написано? K-room K. А? Чего? Ключ от... А, да, друзья. Мы идем в комнате, в которой хранятся все ключи. Отлично. Неужели мы сейчас уже пройдем карту? По-моему, это слишком быстро. Это рекорд. Так,
Ой, я перепутал? Нет, а что ж... ну ладно, ладно. Так. Так, где ключ? Ключ, ключ! Эй, так, подождите, проверим. Ключ. Где ключ-то? Вот я приколюсь в самом конце. Ну нет, друзья, нет. Осталась одна полочка и не в самом конце. Так, идем в контролирующую комнату. Блин, это вода, друзья. Ну, бывает страшно. Играю, кстати, сейчас не так уж поздно. По-моему, у меня 9 часов. 9 часов. Это не так уж страшно. Так, во-во-во-во. Open, выход, выход, выход открываем. Open, enter, close. Ладно. Друзья, а в другие комнаты, я так понимаю, мы не попадем. Да? Ладно. У меня остался один ключ, и я пожертвую его на четвертую комнату. Ой, она пустая. Друзья, понятно все. Ладно, собственно, наверное, мы уже, да, его идем на выход, я так понимаю, да? А там? Пусто. Да, друзья, выход. Отлично! Спасибо за игру. Спасибо вам, друзья, за просмотр данного видео. Если вам понравилось прохождение, понравилась карта, обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал. Ну а ссылочку на карту я оставлю в описании. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. До скорых встреч!